Всем привет! Сегодня понедельник, сейчас утро у нас, и я жду звонка от своего доктора. Со мной лежит Фрося, ждет, моя помощница. Ну, в общем, мы на прошлой неделе с Дашей сдавали анализы все. Мы и ПРЦ сдавали, и М-ки, и Джишки, короче, сдавали на все. Так вот. IgM у меня получается антитела вот эти 6.31, а у Даши 10.98. И вот говорят, что вот эти М-ки, если они вот такие, ну, большие, то это мы являемся, как бы мы можем кого-то заразить. То есть мы сами уже не заразимся, то есть нам нормально. А кого-то вот вполне возможно, что мы можем заразить. Поэтому, вы знаете, читать, конечно, это одно, что-то слушать еще хорошо. А вот то, что скажет врач, мне очень интересно послушать, что она ответит мне. То есть мы являемся заразными дальше еще или уже нет. Короче, жду ее звоночка. Она говорила, что где-то часа так в 9:30, ну, как раз сейчас 9:30, я думаю, что уже должна сейчас мне позвонить. В общем, вот так вот. Говорят, что эти М-ки должны быть вообще, ну, ниже четверочки. А вот у меня 6 там, а в Даши вообще 10, ну, почти 11, у Даши 10.98. Вот, поэтому интересно, как оно и что оно. Потому что сначала я так обрадовалась, что у нас ничего не выявлено, ну и все нормально. А потом оказывается, что вот эти М-ки, они у нас далеко не в порядке. И, ну, интересно послушать, что скажет специалист. Так что ждем вместе с вами. Если у кого-то тоже была такая ситуация, что вот вы вроде бы уже переболели, и вы сдали уже анализы, они как бы в норме, все хорошо, но вот эти вот М-ки, они сильно такие высокие. Вот что вы делали, что вам ваш доктор советовал, пишите в своих комментариях. Мне будет это очень интересно посмотреть, почитать. Ну, так что жду ваши комментарии. Алло. Алло, добрий день. Доброго дня. Дивіться, ми здали з Дашою аналізи. Так. У нас ПРЦ не виявлено. Ну, то є все добре. Ми здавали ще на М-ки і на джишки вот эти. Так. От. Так, дивіться, в нас вот эти М-очки, вони високі. Получається, у Даші 10.98, а у мене 6.31. Скажіть, будь ласка, ми являємося, от ми можемо когось з нею заразити? От, наприклад, якщо в мене там, я не знаю, поїду до мами, наприклад, я вероятно, що я її можу заразити? Скажіть, будь ласка, у вас симптоми є? І коли ви захворіли, наскільки я бачу, у мене по вашій карточці записано, що ви 2 числа. Да. Ні, симптомів як таких немає. Температури немає. Ну, хіба що там зранку трохи ніс там, ну я не знаю, ну але нормально, ну нема такого, щоб там насморк сильний чи що. Дивіться, оскільки захворіли ви 2 числа і вже пройшло 26 днів, це вже майже 3 тижні, майже 4 тижні, ви не являєтесь заразними. Імуноглобуліни М, вони можуть зберігатися підвищеними протягом місяця до 2 місяців. Тобто тут потрібен певний час, щоб ці антитіла трішки вийшли з організму, зменшилась їхня концентрація. І по мірі того, як будуть зменшуватися імуноглобуліни М, ті, що зараз високі, це по суті гостра фаза запального процесу, будуть наростати імуноглобуліни G, а G – це ваш імунітет. От G, да. На G, дивіться, ми теж здали, у Даші 6.37, а в мене 6.73.
вони вже починають рости, вони будуть наростати далі. М будуть падати, а G будуть наростати. І оці саме G будуть захищати ваш організм протягом там 3-4-5 місяців кожного індивідуально. Угу. Оскільки є і ті, значить ви вже не можете бути заразними, це вже йде або період одужання, або ви вже одужали, і тут просто всі антитіла будуть змінювати їхні концентрації. Ви не заразні, можете не хвилюватися. Я зрозуміла. Тобто я можу там вийти в магазин, і я другу людину не, ну, не заражу, тому що однозначно. Я за це однозначно. Я зрозуміла, дякую вам. Гарного дня. Вам також, до побачення. До побачення. Ну, от. Теперь я спокойна, скажем так, хорошие новости. Оказывается, видите, что сказал доктор, что мы однозначно с Дашей не заразны. Ну, вот так вот. Костя вчера для Даши поставил прыжки с парашюта. Ну, вот в эту виртуальную реальность для телефона. И я была на кухне и слышу такой прям крик. Какой-то захожу, и тут Даша сидит такая, махает головой, короче, под такими впечатлениями, куча эмоций. Но я это кусочек засняла, сейчас и вам покажем. Смотришь. Она тебя не видит. Это реалистично, типа, как с парашютом прыгаешь. А. Она сейчас летит в воздухе, оно реально реалистично. Ты сейчас сама увидишь, офигеешь. Да я вижу, сидит, пищит, вернее, слышу. Я услышала и пришла на ее этот писк. Боже, как тут высоко! Тебя. Летит, Даша, летит. Это даже такое же самое ощущение, когда я с парашютом прыгаю. Ты сейчас сама оденешь, посмотришь, нет, тебе понравится. Так, пошла я монтировать видео. Ну сейчас, минуточку. Все приземлилось уже.